И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша, и в этом видеоролике я буду брить свою пятку на ноге. Я решил ее побрить, потому что бороду всегда необходимо брить. Ну или подбривать, это кому угодно как. А, кстати, передаю привет Ахмету, Артему 95765, Хомяку УТ, пользователю под ником Хайра, ABS123, ну и, конечно же, Растику Яку и Мишке 7777. Привет вам большой, ребята, от меня. Итак, дорогие друзья, бритвы, если что, от компании Рапира, кому нужно. Этой бритвой я, если что, пользуюсь с 2022 года, а сейчас, между прочим, 2024. Так что всем ее советую, не реклама, ссылка в описании. Ну все, думаю, стоит уже начинать брить, давайте попробуем, аккуратно. Если не умеете брить, то не брейте. Итак, проводим. Вот, все, теперь вот как молоденькая кожа стала. Прямо как у младенца, смотрите, дорогие друзья, прям... Вообще... Ну, прям моментально стало, как у младенца. Вот поближе еще покажу. Надо еще сказать, дорогие друзья, что при бритье пятки она может стать каменной. Но если она у вас и так уже стала каменной, то терять нечего. Брейте, как я, на здоровье. Ну давайте поближе побреем, чтобы всем видно было. Вот так. Ну и вот здесь вот можно, у меня тут что-то вот как-то вылезла кожа. Ну и, собственно, по бокам вот так вот, и все, вот, все, все сбрил. Ну ладно, дорогие друзья, вот я и побрил бритвой свою пятку. Брилось все достаточно легко и просто, самое главное. Вот на всякий случай еще раз доказательство, что я побрил пятку. Я вам, как всегда, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы вы никогда не болели. Храни вас Господь и Аллах, всем удачи и всем до свидания, дорогие друзья. Всем пока-пока, дорогие друзья, до свидания.